Включайте, Константин, камеру, мы начинаем. Зарплата Смирнова настолько велика, что придется сокращать штат канала 16. Команда канала 16 ничего не получит. Растащил меня на цитаты сейчас. Да. Тебя позвали на предыдущее место работы и удвоили вознаграждение за эту работу. Твое решение. Кость, выключи камеру. Толерант ли вы человек? Такой? Конечно, конечно. Поэтому да. Прижимайся, ты же хотел прижиматься. Мы это не вырежем. У нас сегодня подозрительно европейская программа.